Жители французского Марселя восстают против Airbnb, приложения, позволяющего в частном порядке сдавать собственные квартиры и комнаты туристам. Недовольные горожане расклеивают по кварталам плакаты, обличающие сезонных арендодателей. На некоторых фотографии и личные данные тех, кто предлагает квартиры приезжим. J'aime pas la dénonciation, mais je comprends qu'il y ait des gens qui s'excèdent. Il y a un problème à Marseille, ça c'est sûr, par rapport à la multiplication des Airbnb. За несколько месяцев до начала Олимпийских игр число предложений на Airbnb все больше растет. Город примет соревнования по парусному спорту и 10 футбольных матчей. Арендодатели считают Олимпиаду шансом серьезно заработать. Противники такой практики уверены, что погоня за прибылью обостряет жилищный кризис в Марселе, и без того серьезный.